15 декабря в стенах Института управления экономикой и финансов Казанского федерального университета прошла международная научно-практическая конференция «Маркетинговое общество», которую кафедра маркетинга проводит уже 11 раз. Целью конференции является обобщение накопленного теоретического и практического материала в области маркетинга, экономики и предпринимательства под влиянием экономических и политических процессов России и в мире. Основными направлениями работы конференции стал стратегический и тактический маркетинг, поведенческая экономика, антикризисное управление, поведение потребителя, маркетинговые коммуникации и другие темы, которые неразрывно связывают маркетинг и общество. Специальным гостем в этот день стала Трофимова Марина, заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан, которая рассказала участникам конференции о тенденциях в сфере защиты прав потребителей. Понятие защиты прав потребителей, поскольку вот, в феврале наступающего 2017 года мы будем праздновать всего лишь навсего 25-летие закона о защите прав потребителей, когда в России впервые появилось это понятие. И сегодня до слушателей я хочу довести актуальное направление в сфере защиты прав потребителей как в деятельности нашего управления, так и в целом в обществе, какие проблемы на сегодня существуют и как мы стараемся их разрешать. В сегодняшнем сложном мире все мы должны разбираться в маркетинге, продавая машину, подыскивая работу, собирая средства на благотворительные нужды или пропагандируя идеи. Мы занимаемся маркетингом. Нам нужно знать, что представляет собой рынок, кто на нем действует, как он функционирует, каковы его запросы. Нам нужно разбираться в маркетинге и нашей роли потребителей, и в нашей роли граждан. Знание маркетинга позволяет нам вести себя более разумно в качестве потребителя, будь то покупка зубной пасты или нового автомобиля. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.